Мне сегодня было очень комфортно, потому что было видно и было понятно, что те люди, которые пришли, они пришли на эту музыку. Они ждут эту музыку, они хотят этой музыки, и это замечательно. Замечательная комьюнити людей, которые объединяются. Кстати, впервые за последнее такое большое время вижу, что есть вот именно объединение людей, которым нравится транс-музыка, они одеваются, они эмоциональны, они живут музыкой. Это то, что, чем кладятся обычно, славятся европейские клаберы и в меньшей степени российские. И поэтому вам большой респект, потому что это люди, которые вокруг вас, они являются, наверное, самой главной движущей рабочей силой, если можно сказать, танцпола. Они являются этим мотором, который заводит. И приятно видеть, что другие люди, которые в совершенно разных форматах находятся, и совершенно видно, что они любят разную, другую совершенно музыку, но они вот с помощью этого настроения, с помощью того, что играют диджакеи, с помощью того самого мотора транс-комьюнити, попадают в общую атмосферу и также растворяются в музыке. Поэтому я получил максимальное количество удовольствия, рад, что аудитории понравилось, и у нас связалось хорошее взаимоотношение, честное взаимоотношение. Это здорово, потому что, ну, действительно сложно всегда в новом месте, тем более после долгого перерыва. Есть города, которых ты уже знаешь, и тебя знают, и легко ты видишь людей, с которыми приходят на твои вечеринки, у вас сразу возникает контакт. Здесь все с чистого листа. Поэтому классно, когда диджаки играют, не задумываясь о том, как поставить и как там поймать настроение. А тогда, когда он творит, когда он отключается от этого, чтобы сделать, она получается ситуация, чтобы сотворить. Это очень кайфовое состояние творческое. И за что вам большой респект и уважение. Я очень рад, что спустя такое количество времени, неоднократных попыток, все-таки это состоялось. И я уезжаю с добрым сердцем и очень приятными воспоминаниями и о вечеринке, и о вас, и о тех людях, которые сегодня были.